Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, і ведучий Дмитро Василесь. І сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це Селезньов Олександр, лікар-травматолог реабілітаційного центру Олександра Марусича. Вітаю вас. Доброго дня. І, в принципі, таке питання перше, я думаю, для того, щоб нашим глядачам було зрозуміло, чим ви конкретно займаєтесь, я хочу ви відповіли на таке питання. Для вас, можливо, воно дивне, ви в матеріалі, ви кожен день це робите, але все ж таки, чим займається лікар-вертебролог? Яка специфіка його роботи та з якими проблемами до вас звертаються? Ну, почнемо спочатку, так би мовити. Вертебрологія, в принципі, це отрасль медичної науки, яка займається безпосередньо проблемами хребта. Тобто всі патологічні захворювання, пов'язані з хребтом, це праця вертебрологів. Тобто незалежно від того, якої специфіки спеціаліст-лікар. Це може бути і невролог, це може бути і нейрохірург, це може бути травматолог, реабілітолог. Тобто, якщо він займається безпосередньо проблемами, пов'язаними з хребтом, він може називатись вертебрологом. До вас, в принципі, я так розумію, йде кожна друга людина у нас в Україні. Тобто проблеми з хребтом, ну, майже у кожного другого. Реально, да. Там і протрузії, і всілякі там грижі, таке інше. От, я так розумію, от все ж таки, от розкажіть більш детально, яким чином це все лікується, яким чином, в принципі, ці проблеми можна все ж таки не допустити до того, щоб вони вже приходили конкретно з якимись захворюваннями важкими. Тобто, що робити от громадянам України, щоб в них все було нормально з хребтом та і іншими системами організму? К сожалению, в наше время любой человек испытывает гравитационно-компрессионные нагрузки, как любит повторять Александр Анатольевич, мы расплачиваемся протрузиями, грыжами, остеохондрозом за наше прямохождение. Угу. То есть, если бы человек ходил на четырех конечностях, проблем со спиной он бы не знал. Угу. Вот. Что делать для того, чтобы не было подобных заболеваний? Ну, к сожалению, наша медицина и наши, скажем так, реабилитационные мероприятия не в полной мере способствуют решению подобного вопроса. Мы с Александром Анатольевичем в большей степени склоняемся к тому, что периодически все-таки нужно делать просто профилактику, следить за своей спиной, прислушиваться к своему организму. И, как говорит Александр Анатольевич, делать селфи три раза в жизни. В 30, в 40 и в 50. Угу. То есть это именно делать МРТ, чтобы видеть полную картину своей спины, как бы сказать. Зрозуміло. А от які хвороби найчастіше зустрічаються у нас серед українців? Ну, к сожалению, очень много всех заболеваний, связанных с позвоночником, и в принципе они между собой все как бы взаимосвязаны немножко. То есть те же самые протрузии, грыжи, они возникают на фоне тяжелых физических нагрузок. То есть у людей чаще всего, которые занимаются тяжелым физическим трудом, проблемы с шейным отделом позвоночника возникают у людей, которые больше всего завязаны на сидячем образе жизни, на сидячей работе. То есть которые больше 8 часов сидят за компьютером, за столом, то есть в неподвижном состоянии. Ну, что еще сказать? А от якщо от подивитись на цю ситуацію, так ви як лікар, я так розумію, можете подивитись на людину і зрозуміти, які в нього проблеми, чи все ж таки більш потрібен більш ретельний аналіз? Знаєте, на глаз можна предположить, яка у чоловіка проблема. Тобто, якщо у нього проблеми з пояснично-крестцовим відділом позвоночника, якщо у нього проблеми з грудним, з шейним, тобто по походці, по положенню голови, по положенню тіла, можна предположити. Але, звісно, більш інформативним являються на даний момент, з початку 90-х років, коли з'явилися перші МРТ, МРТ є самим інформативним методом дослідження в нашій роботі. А
от якщо подивитись на ситуацію більш отак от широко, от яким все ж таки чином не потрапляти до таких от спеціалізованих лікарів, які вже, я так розумію, важкі випадки якимось чином лікують. А якщо от яка профілактика цього всього? Просто рухатися, чи, наприклад, кожні 6 місяців проходити якийсь спеціальний масаж, чи, можливо, якісь інші ще будуть рекомендації для того, щоб все ж таки профілактика – це ліпше, ніж лікування. І отут, я думаю, що дуже важливо для наших телеглядачів теж зробити акцент саме на профілактиці, яка вона, що потрібно робити. Наприклад, зарядку. Я, наприклад, роблю кожен ранок зарядку. Цікаво, от рекомендуєте, от що ви рекомендуєте? Зарядка, звісно, це добре, але не кожен чоловік може себе заставити з утра зробити зарядку, правда? В тому числі і я, в принципі, в цьому відношенні лентяй, чесно говоря. Вот. Зарядка, конечно, это хорошо, но смотрите, в большинстве случаев наши люди после работы или перед работой, то есть у нас сейчас пошла тенденция на спортивные клубы, то есть разные там спортлайф, там, кто-то ходит в тренажерные залы, кто-то ходит в бассейн, кто-то еще куда-то ходит, гимнастика, фитнес, бег, велотренажер и все остальное. Ну, все в какой-то степени связано с нагрузками на нашу спину. Вот. Для того, чтобы избежать негативного влияния спорта, в том числе, на наше здоровье, на наш организм, конечно, периодически стоило бы делать массажные манипуляции, делать коррекцию позвоночного столба, снимать нагрузки с мышечных волокон, со связок, чтобы оно не забивалось, чтобы оно, циркуляция крови была хорошая, ну, чтобы позвоночник себя комфортно чувствовал, не нагружать так сильно. Вот, потому что, вот, например, девушки, которые занимаются фитнесом, в частности, вот сейчас пошла тенденция очень большая, они подкачивают ягодицы, я не помню, как называется эта методика, это ответвление, скажем так, данного вида спорта, очень часто приходят, обращаются с коленными суставами. Я так розумію, що жінки, особливо ті, які носять каблуки, то ваші постійні клієнти, я так правильно розумію? Я вам так скажу, в 50% случаях к нам в центр, да, обращаются в основном женщины. То есть не только потому, что там каблуки носят или что-то еще в этом роде. Женщины у нас более подвержены подобным нагрузкам за счет того, что они все-таки беременеют, они рожают, они вынашивают плод, они носят детей на руках до определенного времени, то есть на их спину идет значительно более сильная нагрузка, нежели на мужские. Поэтому все-таки большее количество наших пациентов – это именно женщины. Ну, это связано, я так понимаю, больше с вагітністю. В большинстве своем, да. А от я так розумію, центр Марусича, який займається конкретно цими питаннями, до речі, прошу вивести на екран, я це таки розумію, той, хто започаткував цей центр, і от з вашої точки зору, от якщо привитись до проблем, наприклад, з дітьми, тобто у дітей теж дуже часто виражені такі серйозні проблеми з хребтом. Це зв'язано з чим? Теж з неправильним розподілом часу, там, чи комп'ютером, чи іншим? Я можу сказати так. В наше время, вот если вы вспомните свое детство, мое детство, в принципе, преподаватели в школах обращали внимание, как ребенок сидит, как он, так сказать, держит спину, голову держит. Нас за это, так сказать, не наказывали, но старались обращать на это внимание, поправляли, мы старались сидеть ровно, соответственно, меньше было проблем. К сожалению, сейчас в школах, не говоря уже о том, что ребенку нельзя ничего сказать, им даже оценки не ставят в дневнике. Поэтому, соответственно, это тоже большая проблема. Я так розумію, профілактика щодо в плані інформування навіть дітей, як правильно їм... Нету інформування, в принципі, не стільки з сторони преподавателей в школі. Нету інформування дітей зі сторони батьків, к сожалению. Тобто батьки дуже пізно обращаються к тому, що ребенок там неправильно сидить, горбатиться. Так, комп'ютери, телефони в наше время інформаційних технологій
к сожалению, тоже влияют на свою, дают свое влияние на детские, на детскую осанку. Ну, скажем так, можно сравнить 50 на 50, то есть и внимание родителей, и отношение детей, что они постоянно в большинстве своем сидят сейчас за компьютерами, за телефонами, это постоянно наклоненное положение тела, там, или лежа, или полусидя. Тобто більшість дітей потенційні ваші пацієнти. К сожалению. А от якщо от зрозуміти, яким чином все ж таки зменшити кількість дітей, які до вас ходять, які рекомендації ви б дали батькам цих дітей? Ведіть дітей в басейни. Басейни – самая лучшая фізична нагрузка для всього організму. Вона допомагає компенсувати всі воздействия гравітаційних нагрузок, которые мы испытываем во время хождения, и равномерно укрепляет все мышцы организма, в том числе и спины, от шеи и до копчика. Вот. Зрозуміло. А от якщо от більш детально розібратися, можливо, там в час дітей, які проводять за там комп'ютером чи іншими якимись сидячими процедурами, щоб, я так розумію, скорочувати цей термін потрібно, чи в принципі нормально, якщо дитина сидить собі там 3-4-5 годин там десь клацає на комп'ютері? Ну, це, звісно, не нормально. Когда только начали появляться компьютеры у нас более активно, это вот с конец 90-х, начало 2000-х годов, рекомендовалось, и в принципе и сейчас тоже рекомендуется, что ребенок не должен сидеть за компьютером более 25-30 минут. После этого он должен 25-30 минут заниматься более активными видами деятельности, то есть он может встать, походить, что-то поделать, поделать зарядку какую-то, разминочную гимнастику, но должно быть движение, чтобы не было постоянного систематического напряжения в мышцах, иначе оно просто все как бы приобретает свою форму, фиксируется в этом положении. Какие-то патологии уже идут. Да, и уже начинаются там, сколиозы, кифозы, кривошеи, там, такого плана. Вот. А от щодо оглядів у лікаря, тобто я так розумію, що якщо от регулярно проходити у лікаря, там, вертебролога чи там другого профільного лікаря, я так розумію, з якою періодичністю потрібно дітей чи навіть дорослим проходити такий огляд з вашої точки зору, що в принципі на упередження робити ці медичні процедури? В принципі, дітей треба хоча б раз в рік показувати, хоча б ортопеду. То есть это, в принципе, специалист, который должен обращать внимание не только на форму стоп, так сказать, и определять плоскостопие или сколиоз у ребенка. Должен обращать внимание на полностью на всю осанку, на положение тела ребенка и в горизонтальном положении, и в вертикальном положении. То есть определять и рекомендовать родителям те или иные определенные нагрузки для данного ребенка. То есть чтобы избежать возникновения негативних последствий, негативних заболівань. А от інше таке питання щодо лікування саме безопераційного, тобто консервативний, можливо, це метод лікування чи якісь інші. Тобто, як ви вважаєте, оці хвороби, які на хребту у нас, на жаль, виявляються, яким чином можна уникнути операції, чи можливо, в принципі, їх уникнути? І от взагалі, на якому рівні зараз ця медицина? І чи можливо все ж таки без операції обійтися, там, вилікувати протрузію, там, чи грижу, чи ще щось? В принципе, по поводу протрузии и грыж можно сказать так. То есть, есть показания, при которых нужно делать непосредственно оперативное вмешательство. Есть показания, когда можно, скажем так, попробовать побороться с грыжей консервативно. То есть, все это зависит от, опять же, показаний по МРТ. В первую очередь, какого диаметра грыжа, как она выпячивает, грыжа ли это, протрузия ли это, экструзия, то есть тут вариантов много. Если, допустим, протрузия или грыжа по размеру там, не более 5-7 мм, можно попытаться решить этот вопрос консервативным путем, то есть это поделать массажи, снять компрессионную нагрузочку,
провести какое-то медикаментозное лечение для укрепления данного межпозвонкового диска. И вполне возможно, что протрузия уйдет. В принципе, в практике Александра Анатольевича, как минимум за последние 5-2 случая, когда подтвержденных случая, когда межпозвонковая грыжа была убрана на все 100%. Зрозуміло. А от які методи саме ключові лікування? От я так розумію, просто все ж таки більше таких от випадків – це протрузія, це грижа. Чаще всього, так. Я так розумію, то це кожного там третього, умовно. Які методи лікування є, які ви практикуєте? В принципі, ми практикуємо комплексний підхід. То есть это не только там медикаментозное лечение или там только массажи, только мануальная терапия, только остеопатия, только иглоукалывание. Нет, мы используем полный комплекс процедур, то есть это и массаж, и иглы, и мануалка, и все. Просто, в принципе, что такое боль в процессе возникновения протрузии и там грыж, всего остального, это является в первую очередь сдавливание нервных корешков правого-левого, то есть в зависимости от того уже, куда человеку отдает, непосредственно либо грыжей, либо идет отек мягких тканей, который в свою очередь тоже сдавливает корешок. То есть главная задача какая первостепенная? Убрать боль, снять отек. То есть это чаще всего массажные манипуляции, то есть сделать массаж, активировать кровообращение, активировать лимфодренажную систему и потом уже приступать к более серьезной манипуляции. То есть там, снять компрессионную нагрузку с позвонков, с нервного корешка за счет мануального вытяжения, либо же остеопатии, в зависимости, опять же, от показаний человеку, можно ли ему, нельзя ли ему. То есть тоже смотрится по состоянию костей, по состоянию, вымывается кальций, не вымывается. То есть это тоже очень большую роль играет, потому что главный принцип – не навреди, в первую очередь. Вот. А есть еще методы, какие-то игловкалывания? Есть игловкалывание, в принципе. И еще, в принципе, это за метод, что какие-то архаизмы, или это довольно сучасный метод лекувания? Эта методика достаточно эффективно себя показывает, в частности, по активации кровообращения в зоне непосредственно нервных корешков. Потому что иглы ставятся, в принципе, что собой представляют вот биологически активные точки, о которых все говорят и в Китае, и все. В принципе, это пучки нервных окончаний, которые находятся вот вдоль нашей спины, во многих местах нашего тела. Я думаю, зараз телеглядачі наши просто представили, что эти в их пучки нервовых окончаний засовывают якусь иглу. Ну, это боляче? Нет, относительно, по сравнению, скажем так, с инъекционной терапией введения лекарств, это значительно легче, мягче и не так болезненно переносится. То есть, я так понимаю, если уже спина болит, эти игловкалывания помогают убрать болевые ощущения. Не такие болючие? И когда человек уже приходит к нам, попадает, чаще всего уже ему лишь бы помогло. Потому что уже последняя инстанция просто. А я так розумію, які можуть бути от, погіршення ситуації, які можуть бути побічні дії, якщо от, не лікувати там, ту же грижу, протрузії, таке інше. У багатьох же людей вони є, і я так розумію, мені от, часто розповідали, що в принципі протрузію неможливо вилікувати. Вона якщо є, то це на все життя. Правда чи це чи ні? Як сказати? В принципі, протрузія... В зависимости, снова же таки, от размера протрузии. Если она большая, то да, конечно, с ней бороться довольно-таки тяжело. И в некоторых случаях, то есть, показано оперативное вмешательство. То есть, для того, чтобы ее убрать, если она надавливает на нервные корешки. Если же протрузия не сдавливает спинномозговой канал, если же она не дает надавливание на нервные корешки, то, как говорится, лучше ее не трогать. То есть, можно добавить инъекционную терапию в этом случае, то есть
параллельно с тем, что там снять компрессионную нагрузку, активировать кровообращение, добавить хондропротекторы, например, или аминокислоты. А что, ну, для того, чтобы хондропротекторы – это, в принципе, хрящевая ткань. Мы в своей практике с Александром Анатольевичем используем чаще всего румалон такой препарат. Он появился еще в 80-х годах на рынке Украины, в принципе, производит Румыния. И достаточно хорошие показатели по этому препарату. То есть, что он делает? Он, встраиваясь в хрящевую ткань, в фиброзное кольцо межпозвонкового диска, он помогает его укрепить и не дать протрузии, если это протрузия, а не грыжа, дальнейшего развития. То есть, она не будет увеличиваться в объеме. Угу. Угу. Наверное, так. Да. Если же это грыжа, опять же, в зависимости от того, какого она размера, надавливает, не надавливает. То есть за счет мануального вытяжения снимается компрессионная нагрузка с двух позвонков и межпозвонкового диска, идет вытяжение, оно подтягивается. Я не скажу, что оно полностью уходит. Нет, оно просто немножечко подтянуться может. И тогда тоже используются либо аминокислоты, либо хондропротекторы, и укрепляется, опять же, как бы захрящевывается эта зоночка и дает возможность фиброзному кольцу сдерживать эту грыжу и не увеличиваться ей в дальнейшем. Зрозуміло. А які методи діагностики у вертебрології? Ну, в вертебрології самый действенный, опять же, это либо магниторезонансная терапия, либо же комп'ютерная томографія. Ну, що той, що той, дорогі методи. Ну, достатньо, да, чувствительно для кармана пацієнтів. А нас, до речі, можна, можливо, їх безкоштовно проходити в Україні, чи ні? Чи у нас же тільки платні? Я не знаю, як в Києві. Я не знаю, как в Киеве, но знаю точно, что вот в Кривом Роге есть центр специализированный, который, да, по записи бесплатно делают МРТ-обследование. Угу. То есть городская инициатива, сделали в свое время такой центр, да, на базе первой детской поликлиники. Угу. И сейчас он вполне функционирует. Правда, запись, конечно, на ней достаточно длительная. А какие еще методы диагностики? Мануальная диагностика. Мануальная терапия, в принципе, под собой подразумевает не только лечение с помощью рук, но и определенные методы диагностики. Тобто лікар може... Пальпация, да, перкуссия, пальцами прощупати и зрозуміти. Опять же, можно с помощью мануальной пальпации, мануального обследования определить какое-то смещение мышечных, позвонковых сегментов. Какие-то мышечные спазмы, отек тканей можно пропальпировать. Но, к сожалению, грыжи, протрузии, экструзии – это все показывает только рентгеновские снимочки. А если вот у вас есть, в принципе, такая вот, я так понимаю, статистика уже, каких заболеваний стало больше, каких стало меньше с умови часу, например, или каких-то подій. От, якщо от брати всі хвороби, які у нас на центральній нервовій системі можуть виникати, там, на хребті, якщо от проаналізувати, є якісь закономірності, яких хвороб побільшало, яких поменшало? В принципі, говорити о том, що якихось побільшало, якихось поменшало, ні. Болезни, в принципе, как и остались, их то количество и на данный момент присутствует. Просто они помолодели. Очень много молодых людей обращается с проблемами, с болями в спине. То есть это уже протрузии. Угу. В достаточно юном возрасте у людей от 21 года начинаются боли в спине. Почему? Ну, в какой-то степени спорт влияет, конечно, потому что сейчас очень, очень много секций разных, и по борьбе, по разным единоборствам, это, в принципе, не подконтрольные, неконтролируемые нагрузки на позвоночный столб, когда молодые парни, в частности, обращаются в тренажерные залы, начинают заниматься, ну, без помощи тренера, квалифицированного тренера, опять же, пытаются что-то где-то закачать, подкачать, подтянуть. Тобто, я так розумію, і по принципу застав дурака Богу молитись, да. Тобто він діє. Да. Я так розумію, що у нас дуже модно стало там фітнес-лайф і всякі, да, да. Якісь активності, такі інші там.
Але от це, я так розумію, з вашої точки зору, вплинуло на те, що просто пацієнтів кількість у вас збільшилася. Да. А чому? Це тому, що там вони не отримують кваліфіковану тренерську якусь консультацію? Да. Чому? Так, да. К сожалению, да. Тому що в большинстве своем, то, что они не получают эту консультацию, это одно, начинают они заниматься этим самостоятельно, то есть не обращаясь сразу к тренерам, он не подойдет к человеку и не скажет, вы квалифицированный тренер, подскажите мне, как правильно начать. Нет, мы сразу приходим в зал без разогревов, без подготовки мышечных тканей, мы начинаем хватать штангу и начинаем с ней либо приседать, либо жимы делать, там, лежа, сидя, стоя и так далее, и тому подобное. Ну, тобто, я так розумію, що по інтернету якісь уроки... у нас інтернет зараз все знає. Це не те. Нашим глядачам звертаю вашу увагу на те, що ні в якому разі не займайтеся спортом без кваліфікованої консультації у тренера. На адекватного, нормального, тому що це може призвести до того, що ви можете стати клієнтами медичних закладів. І це, до речі, так розумію, системна така от статистика, на жаль, тому дуже важливо зараз нашим телеглядачам саме на цьому акцентувати увагу. А от якщо от зрозуміти, я так розумію, ви більш ставите акцент на тому, що плавання чи якісь більш такі доцільні види спорту, які не обумовлюють якихось важких нагрузок на хребет. Тобто, я так розумію, на цьому, щоб от не потрапляти до медичних закладів. В ідеалі, да, в ідеалі, звісно, басейн є самою оптимальною нагрузкою для нашого організму. Как любит говорить Александр Анатольевич, мы не предназначены, человек не предназначен для того, чтобы заниматься спортом. Предназначен для двух вещей – сладко спать и вкусно кушать. Все остальное является только средством достижения цели. Поэтому нам нужно беречь свою спину, все-таки в этом отношении какие-то более, скажем так, занятия легкой атлетикой, возможно, там, турник, брусья, ну, более приспособлен организм наш к этим все-таки занятиям спортом, нежели к тому же самому бегу, например, там, прыганию, спрыжкам. Тут бегать теж потребно дуже квалификовано. Представьте, человек бежит, вот, в среднем возьмем от 55 килограмм девушки, например, до 85 молодые люди, ну и не молодые тоже, там средний вес, скажем так. Человек, когда бежит, он дает нагрузку ведь себе не только на позвоночный столб, это нагрузка на лодыжки, это нагрузка на коленные суставы, это забедренные суставы. То есть, да, для сердечно-сосудистой системы бег является неоспоримой пользой. То есть укрепляются сосуды, укрепляется сердечная мышца, меньше вероятности каких-то сердечных заболеваний, там, связанных с инфарктами, там, ишемическими болезнями и всем остальным прочим. Но в то же время очень сильно страдают суставы. Ну, тобто, я так розумію, якщо займатися цими напрямками, то теж треба так дуже ретельно аргументувати. Нужно подбирати нагрузку, да, тому що очень часто встречаются пациенты, которые говорят, да вот я сегодня пробежал 20 километров. Ну зачем насиловать свой организм так? 3-5 километров среднестатистическая нагрузка, которая позволительна для нашего организма. А вот я приклад, у нас зараз дуже популярно, це велосипед. З умови карантину взагалі дуже популярно. От на велосипеді там я ж такий зовсім на здоров'я. Ніякої там нагрузки на хребет і на центральну нервову на систему. Тобто велосипед навіть по нашим дорогам, це нормально. Зверніть увагу, до речі, на цей факт, і я думаю, що це, до речі, аргументовано. Травматизації суставів, тобто навіть мікротравматизації, на велосипеді ми, коли їдемо, ми плавно крутимо педалі. То есть нету сильной нагрузки, то есть ударов нету постоянно. Вот когда человек бежит, он постоянно испытывает такую вот гравитационную нагрузку, которая вызывается именно ударами, движением суставов за счет компрессии. Когда человек едет на велосипеде, у него суставчики двигаются плавно, не вызывая каких-то травматизаций. Соответственно, если выбирать между бегом и
велоспортом, лучше велоспорт. Угу. З точки зору саме от цих всіх хвороб. Але що потрібно робити людині, в якої не болить спина? Тут ж таки просте питання, але все ж таки, от ваші рекомендації, якщо у людини все добре, що, які є варіанти профілактики? Ну, басейн, велосипед ми вже говорили, утрення зарядка. Ну і періодично перевірятися. В принципі, це єдинственна профілактика. Для того, щоб предотвратить, потрібно проконсультуватися, перевіритися. А я так розумію, раніше от були там диспансеризація, там кожен рік там людина проходила усіх лікарів, таке інше. Я так розумію, от якщо порівнювати те, що було раніше, і те, що зараз, і те, куди йде медицина. Ми зараз розуміємо, що більш в комерційний напрямок, в принципі, йде вся медична галузь, і в тому числі і лікарні. І це добре, з вашої точки зору, чи є в цьому все ж таки певний мінус, можливо, на якості послуг, можливо, ще на чомусь? Ну, скажімо так, з точки зрення, допустим, відповідальності, з точки зрення відповідальності, то, звісно, це в плюс, тому що доктори все-таки будуть брати на себе більшу відповідальність, ніж раніше це було. Они будут отвечать за свою работу, они будут как-то, по крайней мере, придерживаться принципа «не навреди». Вот. С одной стороны. С другой стороны, конечно, вот простому обывателю, простым людям, скажем так, с достатком ниже среднего, к сожалению, это в стране у нас сейчас более распространено, будет достаточно тяжело попасть к специалисту на прием. Вот. Что тоже не может радовать, к сожалению. Я так розумію, якщо читати нашу Конституцію, там 49 стаття, якщо не помиляюсь, там безоплатна медицина. Але в нас є дуже багато клінік, в принципі, частних повністю. І в тому числі і той заклад, там, де ви працюєте. Чи є конкуренція з боку державних клінік з вашим центром? А вже ж є. А вже ж є. Це і Інститут травматології та ортопедії в Києві. Ну, це будь-яке, в принципі, травматологічне, нейрохірургічне відділення, яке теж займається подобними проблемами. Просто методики воздействия, ну, не всі люди хочуть оперуватися, правда? І в більшості своєму вони шукають способи консервативного лечення. Тобто ми з Олександром Анатолійовичем, ми, як Олександр Анатолійович говорить, слишком довго живу в медицині, щоб давати якісь гарантії. Ні, ми не гарантуємо по 100% ісцелення від якихось проблем з позвоночником. Тобто, якщо у чоловіка вже є ці проблеми, то їх треба вирішувати по мірі можливості. А, до речі, от ще таке питання. У нас є Національна служба здоров'я. Це такий орган, який тепер вже може давати бюджетні кошти на лікарські установи, навіть комерційні. Ви прораховували варіант підписання цього договору з НСЗУ та працювати по тарифам НСЗУ, щоб вони вам направляли пацієнтів і таким чином оплачували їх лікування у вашій клініці? Чесно говоря, на даний момент ми не розглядали подобні можливості, тому що, ну, скажімо так, не так давно працюємо в Києві. Ну, вполне можливо в будущем. Ну, наприклад, якщо там є от в НСЗУ тарифи, які затверджують якась там комісія, вони не розповідають, як тим чином вони затверджуються. Але якщо вам запропонують лікувати, наприклад, пацієнтів там по одному тарифу, у вас ціна якась інша. Ну, тобто, вам це, в принципі, вигідно якимось чином буде, якщо буде ціна занижена там декілька разів? Я не можу відповідати на цей питання, я не… Ну, тобто потрібно це більше детально аналізувати. Так, скажімо так, треба ознайомитися з цією інформацією, тому що, чесно говоря, не вникав. Зрозуміло. А от якщо голова кружиться чи зір падає, можливо це спричинити хворобам, які саме на центральній нервовій системі у нас там можуть бути? Смотрите,
может быть такое, что вполне вероятнее всего головокружение, либо же головные боли, в частности мигреневое состояние, либо же шум в ушах, гипертоническая болезнь, вполне могут быть спровоцированы остеохондрозом шейного отдела позвоночника. То есть идет спастика каких-то мышц, либо же смещение каких-то шейных сегментов позвоночника. И передавливаются либо сосуды, либо нервные окончания, что вызывает и онемение в пальцах рук, в свою очередь, и головокружение те же самые. То есть когда нашему головному мозгу не хватает кислорода, он начинает что-то предпринимать, так как он является у нас главным органом в организме, все-таки управляет, так сказать, всеми процессами жизнедеятельности и, соответственно, требует большего внимания, нежели, допустим, то же самое желудочно-кишечный тракт или сердечно-сосудистая система. То есть, когда ему не хватает чего-то, то есть кислорода там, или питательных веществ, он заставляет наш организм принимать какие-то меры. Зрозуміло. А от ще таке, от дуже, я думаю, що цікаве питання. От якщо от після інсульту людина, я от просто бачив декілька таких людей, і це дуже страшно, коли людина була нормальною, і тут частина людини не рухається, частина рухається, якісь там спазми, і це таке інше. Ну, страшна ситуація. Чи можливо після інсульту пройти реабілітацію і відновити всі функції? Все зависит от того, насколько вовремя обратились и начали процесс реабилитации после инсульта. То есть в период острого периода инсульта человек 21 день в среднем находится в стационаре. То есть занимаются какими вопросами в первую очередь? Сосудистая терапия для расширения сосудов, для активации кровообращения, чтобы больше попадало крови в мозг, кислород, соответственно, и питательные вещества. Это работа по снятию гипертонических всех моментов, снижение давления, укреплению сердечной мышцы. Вот. И только впоследствии, после того, как человек выписывается, он может начинать реабилитационные мероприятия. То есть кто-то обращается сразу после лечения, кто-то обращается через некоторое время. Но скажу из собственной практики, зная уже, так сказать, все моменты, все зависит в первую очередь от разновидности инсульта. В принципе, их самых распространенных два – геморрагический и ишемический. Чем они отличаются между собой? При ишемическом инсульте идет сдавливание сосудов головы, либо же шеи. То есть не обязательно там в головном мозге что-то может случиться. Сдавливается сосуд и не поступает мозгу достаточно питания. Вот. За счет этого резкое повышение давления, за счет этого идет нарушение работы клеток головного мозга, то есть в какой-то степени начинают отмирать, что влечет за собой проявление таких последствий, как парез, паралич, нарушение речи и все остальное прочее. Вот. В этом случае, но опять же, своевременная диагностика дает положительные результаты. Если еще, допустим, в 80-х, 90-х годах не было такого распространенного в наше время метода лечения, как стентирование. То есть вставляется определенный стент, расширяется за счет него сосуд, в головной мозг начинает поступать кровь в полном объеме, и все восстанавливается, все хорошо, все замечательно. То есть человек, даже получив инсульт, он в течение недели-двух, трех, пока находится в стационаре, он может почувствовать себя значительно лучше, он может почувствовать, что возвращается движение в конечности, речь возобновляется, то есть уже не косит человека там, ни вправо, ни влево, в зависимости от того, с какой стороны у нас нарушение идет. Вот. И уже в процессе реабилитации идет значительное облегчение. То есть раньше с этим, конечно, было бороться значительно тяжелее. Приходилось восстанавливать человеку, переключать, скажем так, некоторые зоны головного мозга за счет физических нагрузок, за счет реабилитационных мероприятий, чтобы те
участки головного мозга, которые более активны и не пострадали в процессе инсульта, переняли на себя ту ответственность, ту работу, которую выполняли те двигательные моменты, которые, тех участков, которые потерпели, скажем так, поражение в этом отношении. Вот. Геморрагический инсульт, в свою очередь, это идет кровоизлияние непосредственно в зону головного мозга, то есть это уже гематома. По большому счету. Тобто, я так розумію, що профілактика, в смысле, лікування, воно, якщо от зразу підійти до цього... Любое лечение зависит, эффективность лечения зависит от своевременности начатых мероприятий и диагностики. Тобто, ви рекомендуєте після того, як виписали вже з лікарні людину, ще проходити далі реабілітацію? Сразу заниматься реабілітацією, потому что процессы восстановления значительно эффективнее идут сразу. Если запустить на полгода, на год, некоторые запускают на более длительный период времени, восстановить возможности человеческого организма значительно тяжелее. Зрозуміло. От ще таке питання щодо дієти. От чи є якісь там групи продуктів, які для позвоночника, для центральної нервової системи більш корисні? Чи потрібно, якщо от є проблеми з позвоночником, все ж таки якусь дієту, якісь певні продукти вживати от, з вашої точки зору? Ну, самыми полезными являются продукты, содержащие большое количество все-таки аминокислот и хондропротекторов. То есть это, в принципе, в частности, животного происхождения продукты в большинстве своем. То есть это мясо, в большей степени, конечно, это крупного рогатого скота, то есть это говядина, телятина, такого плана. Тобто ви з дієтологами, я так розумію, явно конфліктуєте, тому що вони кажуть, це все не потрібно. Я скажу так, як говорить Олександр Анатолійович, любая дієта – це вред для нашого організму. Чоловік має просто контролювати себе в об'ємі прийняття пищі. Тобто, в першу чергу, не переїдати, ні в коїм випадку. Не перегружать свой организм, потому что впоследствии этого идет набор веса, что в свою очередь негативно сказывается на всех системах организма. В первую очередь на позвоночнике. Большой вес дает нам нагрузку дополнительную еще. Кроме того, что мы испытываем нагрузки от гравитации, от того, что ходим в вертикальном положении, еще и, представьте, вес добавляем. То есть, если в среднем на рост человека 1,77 м, 1,85 м, у нас должно быть где-то вот у мужчины 85-87 килограмм веса максимум, то у женщины должно быть, к примеру, 78-75, вот так вот, то есть таким вот образом корректироваться должно быть. Вот. И мы добавляем, допустим, любим мы покушать. В принципе, оно же куда-то откладывается, то есть определенную часть организм перерабатывает, он берет оттуда питательные вещества, строительный материал, а остальное все откладывается. Набираємо вірш. Якщо правильно розумію, все ж таки те, що не радять дієтологи, ви радите. Тобто м'ясо різних тварин. Ми советуємо раціонально підходити до цього питання. То есть я прекрасно понимаю, что сейчас очень большая мода пошла и на вегетарианство, и на все остальное, но... Ну, давайте так, вегетарианцы до вас часто потрапляют? Нет, к сожалению. Я думаю, все ж таки... Или к счастью, тут уже как посмотреть. К счастью, так. Але от так, ну, дуже цікаво було б реально статистику якусь з цього приводу провести, але я так розумію, що це вже, я думаю, окремі якісь будуть дослідження з цього приводу. А от ви не робили ніякого аналізу, чому от вегетаріанців мало до вас потрапляють, чому? От яким чином впливає там лишня вага на ці всі захворювання? К сожалению, нет, я не занимался подобной, скажем так, не проводил подобного исследования, не анализировал, но я скажу так, люди с большей массой тела более подвержены нагрузкам на спину.
более подвержены возникновению таких заболеваний, как протрузии, грыжи. Потому что это кроме всего прочего, не включая нарушений сердечно-сосудистой mm-hmm. системы, не включая нарушения дыхательной системы. То есть это в дополнение, так сказать. Зрозуміло. На жаль, час нашої програми вичерпано. Дякую вам, що були у нас на ефірі. З нами був лікар-травматолог реабілітаційного центру Олександра Марусича, Селезньов Олександр. Дякую вам. Спасибо вам. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!